Хоть бы на корабль бы пошел. Но стоп, тут же занят, где я билет могу купить. Отлично. Зайду-ка на я на третий этаж. Так, о, а вот и до места. Сейчас припаркуюсь. Ой, вот так. Так, ну мне вообще-то нужно на третий этаж, чтобы же заходим. Он наконец-то уже пришел. Хоть и не опоздал. Так, парни, давайте-ка идите билет забирать. О, билет. Отлично. Могу выйти. Или же нет. Спасибо вам. А ты еще где? А ты еще тут что делаешь? Ты откуда? Погоди, ты ч... Ты когда вообще успел прийти? Я не знаю, но я там машину припарковал. Парни, вы будете уже уходить еще? Ладно, да, будем. Можно поговорить с тобой по одну минуточку? Не знаю, наверное, не будем так много времени. Ну, окей, давай. Короче. А как вообще происходит такое, что ты каждый раз у меня встречаешься в глаза? Я не знаю, щел. Я еще не знаю, но... Сказать одно. Я хз, но... Реально, я хз, но просто чисто каким-то образом магическим. Короче, я там припарковал машину, я хотел просто на корабль идти, всякое так далее. А потом, короче, я там свою синюю машину припарковал, потом на третий этаж, короче, на этом этаже поднялся. А потом, короче, наверное, ты припарковал машину, да? Если не ошибаюсь. Да, я только что... Ну, то есть я видел, похоже... Погоди, а это что, и не твоя машина? А я-то думаю, чья это там машина похожа на моего друга? А как это ты был? Блин, как я не мог это понять? Ты вообще на сиденье смотрел? Нет, блин, не смотрел. Я что, похож на того, как, ну, кто вообще смотрит, чужие сиденья? Моя машина вообще-то кабриолет. У моей машины сиденье синее. Там синяя полоска. Мы будем выходить. Теперь нам надо аэропорт, конечно. Открой дверь, можешь. Я не смогу. Сейчас открою, погоди. Вот, о, открылся. Здравствуйте. Там пусто вообще пока что в аэропорте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Короче, нам дали билеты для самолета возле той зданий близко, чтобы к Атлантику 2 поехать. Ну, как поехать, полететь. Вот, возьмите билеты. А, кстати, у нас нету чемодана. Это проблема, но у нас есть все вещи собраны в нашем кармане, короче. Ладно, подождите пока что. Вы посидите где-то в столице. Ладно, спасибо вам. Короче, ждать. Ну да, короче, будем ждать. Рассказать историю, кстати. Свою историю? Да, короче, я был на первом Атлантике и что-то... Фигня произошла жесткая. Короче, там было 10 резервуаров, я помню. И там было 1000 маленьких резервуаров в резервуарах внутри. Короче, Атлантик начал раздалбливаться. Я не помню из-за чего, но он начал раздалбливаться каким-то образом. И потом он потонул полностью, но коврами там была подкрыта. Покрыто, я думаю, ступеньки. Лифт, точнее. У тебя еда есть? Да, конечно. Хочешь, поделюсь? Не, не надо. У меня есть морожка. А, кстати, на всякий случай, если я тебя встречу, я мог бы тебе дать морожку. Кстати, вот морожка. Вот мороженое. Вот, спасибо.
Не за что. Да, спасибо. Короче, неважно. Вот мы же дали наши билеты. Короче, где мы можем идти для самолета? Короче, вы будете уже отправляться к самолету. Окей, мы можем забрать билеты или вы остаете? Конечно. Не, вы остаете или мы можем забрать? Ну, если хотите сами забирать. Хотя нам эти билеты не нужны, но... А, стоп, они нам нужны, они... Дополнительные билеты, они еще и для Атлантика. Короче, неважно, спасибо. Пока. Так, а вот и у нас самолет. Очень он большой. Ладно, надеюсь, я на самолет. Большой он. Сказать, он очень большой, но ладно, вылезу, наверное, есть хорошо идти. Немного хочу почистить самолет. Оп, пропили больше. Ой, я не хочу отрезаться. Эй, короче, Марио, давай, садись в самолет. Да, извини, просто в телефоне просто покопался немножечко. Ты? Ладно, сажусь. Слушай, мне никогда не было в самолете. Я... Давай, смотри, смотри, давай, 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 давай. Отлично. Осторожно, осторожно, осторожно. Отлично, мы посадили. Ну, немного проблема, но... Ну, так все. Вот. Все. Давай заберемся. Сейчас зайдем. Закрывай. Слушай, красивый, слушай. Давай. Кстати... Ну да. Опа, закрывается. Самолет, я тебя увижу. Я сейчас тебя не смогу увидеть, но пока мой любимый самолет. А, ну ладно. А вот еще кекер. Да. Давай-ка сейчас в ресторан зайдем. Не, слушай, а интересно, а вообще там что-то можно? А, погоди, там... Тут есть меню. Тут есть меню. Ладно. Короче, я Mountain Dew возьму, а ты что возьмешь? Я пока шаурму заберу. А сок не хочешь? Ты же любишь сок. Что? А сок не хочешь? Да, сок я люблю, конечно. Тогда бери сок. Ну, возьму тоже, кстати. А я возьму Mountain Dew и возьму хинкалы. Хотя, знаешь что, хинкалы... не хочу хинкалы. Я возьму пусть один хот-дог. Хотя не хочется хот-дог мне. Ладно, пусть возьму пиццу. Сейчас. Слушай, кстати, в туалет я хочу. Слушай, на окно. Блин, как красиво, слушай, там даже какой-то остров. Слушай. Да большой остров. Самолет, кстати, там стоит. Да, пока что мы не начали ехать. Короче, знаешь что? Я в туалет хочу зайти. Ладно, давай. Давай, туалет, войди. О, официант тут уже. Да, конечно, официант. О, официант, спасибо. Окей. Где он исчез? Ну. Вкусный. Я обожаю вообще любой кусок. Пицца. О, Mountain Dew. Но знаешь что? У меня есть чашка для кофе, и я там налью этот Mountain Dew. О, они реально оригинальные принесли. Ладно, а теперь хинкалы. Как же я обожаю свою шаурму, приятнее оторваться. Сейчас еще пойдем с этой пирамой.
Я хочу фотку сделать. Я мне даже фотки не нужны, я для анимации нужно. Окей, короче, неважно, давай-ка уже зайдем в номер. Давай уже зайдем. Это твой, а это мой. Ладно. О, хороший номер. Слушай, реально, у меня тоже нормальный, слушай, номер. Немного отодвину эту дверь. Немного мешает мне, чтобы тут нормально быть. Ладно, буду сидеть здесь немного отодвину. Телек включу. О, это мой любимый Google динозаврик. Как же реально хорошо смотреть Google динозаврика. Что? Надо. Эй, Марио, ты тупой! Эй, алло, ты сам тупой, алло. Что мне будет с тобой уметь? Тут какая-то хрень взорвалась. Да это что же такое? Это комната резервуаров. Я запомнил, когда я был на первом Атлантике. Что с этим резервуаром? Мегабуа резервуарно сломалась. Блин, это еще проблема большая. Надо капитану это сказать. Блин. Что мне тут вообще с ним произошло? Я должен взять, что как сказать. Нужно вообще Капитан! Что такое? Там резервуар взорвался, точнее два резервуара. Что, неужели? Как это произошло? Ну-ка, я чего? Ну-ка, я сидел, где знакомый. Вот здесь два резервуара! Они взорвались! Эти грёбаные резервуары! Вообще нормально их не мог сделать. Неужели это снова какие-то кривожопые дебилы, что их нормально делают? Да блин, это компания Атлантика просто... Первым Атлантиком они просто грёбаную вещь сделали так, что Атлантик просто из-за ничего потонул. А теперь из-за резервуаров он потонет. Ёбаный в рот, я уже не могу это терпеть. Нужно сейчас спасти всех, а то у нас же скоро потонет же корабль. Эвакуация нам нужна срочно. Все, уважаемые люди, эвакуация. Сейчас мы начнем тонуть. Блин, надо эту комнату с резервуарами закрыть, чтобы вода еще здесь не прошла. Выключайте все телевизоры немедленно. Выключайте все подряд. Все подряд выключайте. Выключайте абсолютно все подряд, то, что связано с телефонами, с телевизорами, с компьютерами и всякое так далее. Чтобы хуже не было. Быстрее, быстрее. Давайте-ка, быстро, быстро. Эвакуация, быстро. Быстрее, быстрее, блин. Быстрее, давайте. Эвакуация. Вы все чикены. Эвакуация, быстрее. Короче, мы ща не знаем, но... Что мне теперь делать? А, блин, нужно спрыгивать-то.
Все, короче, я буду отсюда убивать. Нам надо спасаться! Срочно! Что это происходит? Не знаю. Давай, быстро, быстро, быстро спасаемся! Быстро! Спасаемся, спасаемся, блин, чёрт! Да быстро! Быстро уже! Я сейчас... Мы спаслись! Ладно, не волнуйся. Что с кораблем? Помощь сейчас позвоним. Сейчас они... Не, мы не сможем позвонить, нету связи. Я знаю. Фейерверки! Откуда вообще фейерверки? Они узнают, где вы. Где мы? Надеюсь, кто-то хоть прилетит. Надеюсь. Что? Эй, парни, вы еще там заблудились, или как вы там? Нет, там корабль разорвался. Ладно, давайте залезайте. Ладно, спасибо вам. Очень большое спасибо. А вы кто? Вы Пиглин? О, Гоблин, что дела, чел? Мы думаем, что ты умер. Кстати, я вот знал, что у вас там это, Атлантик сломался. Вот эти разрушился. Стоп, а мы думали, что ты умер. Я не умер. Кстати, вы, по-моему, про то старое видео помните, когда у меня там, когда я сдулся? Короче, это было не видно на самом деле. Вот я просто успел где-то заныкаться. То есть я где-то вообще оказался в совсем другом месте. И потом я потом вас нашел в острове, блин. То есть вы, по-моему, меня искали. Вы думали, что я умер, но я на самом деле появился в другом совсем острове. А мой вертолет, по-моему, попал к вам именно. Я не знаю, каким это образом случилось, но... Я думаю, что это случилось из-за того, что просто мы не увидели то, что ты был пилотом, и... Да, ты, походу, на другой остров попал. Стоп, а ты не был на том острове Кавазаки, который мы не знали, что был? Я, кажется, был случайно попал. Я, кажется, нашел все-таки... Ну, то есть я нашел свой вертолет, то есть я его уже починил, и, короче, уже наконец-то вас нашел. Потому что вас нужно было найти, если бы я вас не нашел, тогда уже я бы вас, я бы вообще, у меня бы все пропало, я не знаю, что за счет. А тебя из работы бы уничтожили? Конечно же. Блин, жалко, ладно, конечно, что... Жалко, конечно, что мы думали, что ты умер. Такие тупые нища были. В том момент. Кстати, у Марио, кстати, можно увидеть видео, хотя. Да. Эй, ты что, офигел? Извини, я не хотел тебя... Хелла, я сам говорю, я сам называю мои видео кринжовыми. Ладно, давайте-ка уже пойдем. Get it started. Let's get it started.